Возможно, еще одна интерпретативная проблема. У нас предикторы ранжированы, какие сильнее влияют, какие слабее влияют. У нас разные предикторы имеют разную шкалу. Этот 11-ранговый, этот тоже 11-ранговый, этот 8-ранговый. Получается, что разные единицы у разных предикторов весят по-разному. Если нам интересно сравнить удельные роль единицы стандартизованной, нам нужно стандартизовать наши переменные. В SPSS в линейной регрессии автоматически производится стандартизация, в логистической регрессии не производится такая стандартизация, поэтому если мы хотим стандартизовать переменные, чтобы увидеть стандартизованные коэффициенты, мы должны будем создать такие переменные сами. Это производится в SPSS Analyze Descriptive Statistics Descriptives. Выбираем нужные нам предикторы. Ставим галочку Save Standardized Values. Я получил стандартизованные переменные. Запускаю уже на них логистическую регрессию. Переношу часть полученной таблицы в Excel и вижу, что коэффициенты, это я подписал стандартизированные коэффициенты, имеют уже другую структуру, например, тип контракта играет теперь самую большую положительную роль, а до этого тоже большую роль, но все-таки поменьше, чем проживание в Исландии. В общем, можно видеть, что структура несколько поменялась. Интерпретируем мы, конечно, именно вот эти коэффициенты, потому что у нас сами переменные исходно не стандартизированы, и отклик у нас не стандартизированный. Если бы мы стандартизировали отклик, в принципе, мы могли бы работать со стандартизированными коэффициентами, но их труднее интерпретировать. Дальше. Если бы у нас была практическая задача, нам, возможно, было бы интересно найти типаж, который наиболее склонен к вступлению в профсоюз. Как его найти? Нужно взять те предикторы, которые имеют положительные коэффициенты. А если брать наборы предикторов, относящихся к исходным категориальным предикторам, надо выбрать наибольший положительный. Вот я их желтым подсветил. Итак, это люди с характеристиками как контрольной группе, за исключением того, что живут в Исландии, работают в крупной организации, являются мужчинами, с хорошим здоровьем, доверяют людям, точнее не доверяют людям. Это я не тут.